Замерзли в собственных квартирах. С такой проблемой жители Краскова обратились к властям. Что послужило причиной холодных батарей и низких комнатных температур, выяснял лично министр Роман Кирюшков. В Люберецкий округ он приехал по поручению губернатора Подмосковья. Стояк практически холодный, едва теплый. При этом сама батарея еще холоднее. Нижняя ее часть вообще холодная. Чтобы согреться зимой, в квартире Алексея Самсонова оказалось мало поставить современные батареи. Отопления в холода катастрофически мало. Помогает только кондиционер и обогреватель. Но спать жильцам по-прежнему приходится под двумя одеялами и в теплой одежде. И исправно платить за недоотопление. 2800 сейчас за трехкомнатную квартиру. 60 квадратных метров. Управляющая компания реагирует, присылает сотрудников, они сливают стояки и говорят, мы ничего не можем сделать, теплоноситель холодный. Помочь управляющая компания не может и другим жильцам 107-го дома на Карла Маркса. В квартирах температура еле приближается к отметке плюс 18. Замерзшие красковчане устали бороться с холодом самостоятельно. Добились лишь полного исследования отопительной системы дома. У нас три дома на этой ветке. Как мы выяснили, жителям не хватает теплоносителя. То есть не жителям, но в первую очередь нам. Потому что если бы, допустим, по норме на этот дом нужно 20 тонн теплоносителя, а приходит только 10. Поэтому у них у всех верх батареи теплый, а внизу холодный, потому что обратной температуры не хватает. Проблемой красковчан занялся региональный министр Роман Терюшков. Он ощутил обращение в прямом смысле слова – собственными ногами. Инспекцию холодных квартир провел без обуви. В ходе совместного обсуждения с жителями и администрацией Люберец удалось найти пути решения наболевшего вопроса. Увеличит объем теплоносителей. Я думаю, то, что в течение трех дней эта проблема будет снята. После этого уже температура в квартирах должна пойти вверх. Но, конечно, у жителей накопилось еще большое количество проблем, запросов, которые они хотели обозначить. Обозначили, мы тоже будем работать. Все обращения красковчан Роман Терюшков взял под личный контроль. В случае неисполнения поручений министр обещал привлечь к делу Министерство ЖКХ и ГЖИ Подмосковья. Анна Троян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ,